Смотрите, какой дождик. Проливной. Ладно, что хоть я взяла дождевик. Правда, зонт не взяла. Ну ладно. Смотрите, собачка какая наряженная. Заботится. Я утром сегодня их тоже встретила. Ну, утром было жарко, я ходила просто в майке и в бриджах. А сейчас тоже тепло, но ветерок-то. Ай-яй-яй. Ой, ветерок, дождик. В сувенирный магазин идем. Под крышей иди, под крышей. Хотели купить тролля большого, ну среднего, небольшого. Крон за 500, за 600. И нету ничего. Уже два магазина обошли. Пойдем в третий, в последний. Если там не найдем, то не знаю, что. Думаешь? Ничего. А почему тогда ты говоришь? Говорю, что ничего не найдем мы с тобой никак. Никаких троллей. А с кем ты говоришь? С тобой. А вон там сидят тролли, которые, они, наверное, стоят так эдак 1000 по 7 каждый. Потому что если маленький стоит 2300, 2200, то огромные, наверное, будут 1007, а то и 10. Ой, дождик, дождик. Ну вот, еще в один пришли. Пошли искать троллей. Ну-ка, давай. Смотри, какой большой. Ну, вот этот будет стоить 1010, не меньше. Что, он очень большой. Он где-то мне по пояс. О. А он настоящий? О, 110 метров он. 115. Он настоящий? Да нет, конечно. 110 метров, значит, он 115 метров. Смотри, какие у него глаза добрые. В этом магазине я видела, сейчас покажу, выйду. Как называется? Ленин в машине сидит с выколными глазами. Странно, почему? Зачем? Почему Ленин? Почему на Лесском сувенирном магазине? Здесь нет снова троллей. Видишь? Не троллей, а троллей. Троллей. Поднялись на гору. В центре города. Погода отличная. Утром было пасмурно. Сейчас тоже облака, но нормально. Ветер, наверное, задувает на микрофон. Людей здесь много. Сейчас, правда, отошло много тоже. Красота. А здесь мы видим лестницу какая на гору. Там ресторан наверху. Но сейчас не сезон, он может быть закрытый, я не знаю. 418 было. Мы, по-моему, сейчас набавили. Не помню сколько. А здесь, наверное, семья гимнастов занимается. По тросу ходит. Зелуне тоже предложили пройтись, но она отказалась. Как красиво плывут облака. Так низко. Вот эта штуковина, сделана из дерева, может быть, она была
как сказать, вентиль на лодку. Или что это было? Или на вертолет. Фу, трава мокрая какая-то, противная. Тут что-то связанное с кораблями. Рукоятка какая-то деревянная. Да, здесь, наверное, раньше продавали мороженое, судя по вывеске вот этой. Что это производитель мороженого. Здесь как-то все вместе. Стрикки-бук, это вязать. Тут вот что-то... Сапа, я не знаю, что это такое. И не продается персонам меньше 18 лет. Касса такая интересная, старая. Что-то интересное. Ничего не видно издалека. Бутылки. Солнце еще отсвечивает. Здесь склад. Маргарин. Обожаю вот такую дорожку. Просто шикарно. Красиво, конечно, здесь. Мостовые тоже есть такие. Ну, конечно, для машины это не ах ездить на таких кирпичиках. Ой, ну красиво. В Норвегии, да, красиво. Сказать ничего не могу. Красота, она везде. Идем в магазин. Домой.